На этом празднике современных технологий и торжества прогресса мы наслаждались невиданными ранее и неожиданными продуктами человеческого интеллекта, не забывая поискать для вас и нечто надежное, как автомат Калашникова, и проверенное временем, как красный обожженный кирпич или железный лом, нечто совершенное. И мы нашли это. Это электротележка Сарапульского электрогенераторного завода. И стоит такая тележка без кабины до 500 тысяч рублей, а с кабиной до миллиона. И выпускается уже много лет. Надежная, простая, яркая, незабываемая тележка Сарапульского электрогенераторного завода. Хочу такую тележку по магазинам гонять.